Раньше делали обода, так обода. Прям толстенные, здоровенные, да? Дредыха усиленные. Диски тоже. Фиг согнешь. Но потом велик хранился много лет на лесопилке. И теперь надо его чистить и настраивать. Качество, конечно, было раньше намного интереснее в плане количества металла. Эх, прям идеальный вариант старого велосипеда. Сейчас попозже покажу. Старый-старый стингер. Один вынос только что стоит. Таким выносом можно, мне кажется, целый КамАЗ подвинуть. В отличном состоянии. Единственное, что был он весь в очень большой такой пыли и грязи от лесопилки. Сейчас я его отмыл. Штырь подседельный прикольный. Вообще в идеальном состоянии. Смотрите, какой древний-древний-древний переключатель Шимана. Ему, наверное, лет 10. Велосипед вообще идеальный. Просто сейчас перебрать втулочки и все настроить. И поедет.